Арбат – это то место на карте города, где можно встретить разных творческих людей. Один из них – Алдар Рамсаев. Он привлек внимание прохожих своим необычным увлечением – стретчинг-йогой. Его цель – показать людям, что таких гибких результатов может добиться каждый. Стретчинг для меня – это, наверное, такой путь помощи людям. На самом деле мне это очень нравится, потому что для меня невероятно интересно помогать людям в том, что они на самом деле могут, но не всегда это признают. Алдар, к тому же, является еще и лучшим молодым поэтом Бурятии. По образованию он преподаватель русского языка. Любовь к гибкости заставила все бросить и посвятить свое свободное время только гимнастике. Я увидел сегодня очень уникальное явление, можно сказать. Это, знаете, это связь тела, разума и души. В планах у пластиринового мужчины организовать большой фестиваль стретчинг-йоги. Он верит, что благодаря ему еще больше горожан начнут любить и приводить свое тело в порядок. Елена Кашнапеева, Сандема Болотова, Алдар Дармаев. Новости дня.